Уважаемые читатели, я Весенова Убосу Нукеновна, библиотекарь отдела абонемента Кустанайской областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого, предлагаю вашему вниманию книгу Герольда Бельгера «Казахские арабески». Автор книги Герольд Бельгер, известный писатель, публицист, государственный и общественный деятель, переводчик художественных произведений с казахского и немецкого языков на русский. Так все сложилось. Мой предок в восьмом поколении с Гессенской земли перебрался в Россию, в Поволжье, еще в 70-х годах 18 века при Екатерине Великой. 160 лет спустя меня, его потомка, депортировали в Казахию. И вот уже 73 года я пребываю на этой благословенной земле. Все мое естество пронизано казахской ментальностью, и о том мои арабески. Автор, январь 2014 года. Собранные в книгу статьи, рецензии, рассказы, интервью пронизаны искренней любовью к Казахстану, ее истории, культуре, литературе и языку. Эта книга откроет для вас новые горизонты познания казахского языка и культуры. Вы почерпнете много хорошего и полезного. Спасибо за внимание.